Всем привет! Сравним смартфоны Apple iPhone SE 2020 года против Oppo A78. По скорости работы эти смартфоны находятся примерно в одной ценовой категории, если мы будем рассматривать такой вот айфончик как какой-то бэушный вариант или восстановленный вариант, они будут примерно в одной ценовой категории с Oppo A78. Давайте будем смотреть по скорости включения, начинаем. Кто быстрее загрузит систему. Также призываю подписываться на Boosty или Patreon канала, ссылки вы найдете в описании. Этим вы очень сильно поможете развитию канала. Спасибо. Так, смотрим, кто быстрее загрузит систему. Айфончик загружается быстрее. Вот тут мы уже можем смотреть систему. Перейдем в Geekbench 5, iOS 14.8.1. Не обновлял я это устройство, надо будет обновить Apple A13 Bionic. Так, это у нас процессор, и тут разблокируем, догоняет Oppo A78, и перейдем в Antutu Benchmark. Так, по характеристикам OS 14.8.1, Apple A11 Trionic и Bionic и Apple A13 GPU у нас. 3 гигабайта оперативной памяти. Тут у нас 8 гигабайт оперативки, процессор Qualcomm Snapdragon. Так, какой там Snapdragon, тут в настройках написано. Так, об устройстве. Snapdragon 680 и видеоускоритель Adreno 610. Результаты 586 тысяч, тут 330 тысяч. iPhone выигрывает этот тест. Давайте посмотрим на скорость загрузки страничек в интернете. Перейдем на сайт Samsung.com. И пооткрываем какие-то ссылочки одновременно и там, и там. Так. Вот, перейдем вот сюда одновременно. Возвращаем назад. Перейдем сюда. Назад. В принципе, Oppo неплохо работает. Отставание минимальное. Вообще минимальное отставание. В принципе, даже нога в ногу идут устройства. Чуть-чуть, может, где-то отстает Oppo, но, в принципе, результат лучше, чем я ожидал. Так, хорошо. Идем дальше. Перейдем в игровой тест, откроем PUBG Mobile одновременно, смотрим, кто справится с загрузкой игры быстрее. Айфончик загрузил быстрее, и в принципе игра будет работать на нем значительно лучше. То есть преимущество у Oppo это по его как бы вообще, да, изначальным параметрам, то есть больше экрана, лучше разрешение экрана, больше памяти, больше оперативной памяти. Но вот смотрите, как отличается уровень игры в PUBG Mobile Ultra, а тут баланс средний, то есть минимальный уровень на Oppo и почти максимальный на iPhone SE 2020 года. Вот, в общем, по скорости работы, в принципе, особой разницы не вижу, но по качеству работы приложений большая пропасть между такими вот устройствами на Android и даже старыми, несколько год разницы, да, айфонами. iPhone на айфонах программы и приложения, игры работают значительно лучше на более высоком уровне оптимизации. Но Oppo будет лучше по другим характеристикам, например, разрешение дисплея, матрица, частота обновления, оперативная встроенная память. Вот. Но iPhone по оптимизации, даже старый, все равно по скорости и по качеству работы в некоторых моментах выигрывает. На этом все. Спасибо за просмотр.